Масленицу здесь установили в целях безопасности, поскольку тонкий лед, и, насколько я знаю, каждую масленицу происходит примерно одно и то же. Народ начинает валить прямо к самому чучелу, чтобы быть поближе, чтобы все рассмотреть, поэтому в этом году она стоит достаточно далеко, и она будет охраняться таким образом, чтобы никто на лед не выходил и никто не пытался до нее добраться. По замыслу пиротехника, который будет заниматься, собственно, сжиганием этого чучела, встает солнышко весеннее, от него бегут лучи и поджигают масленицу, которая начинает гореть. Самое главное, чтобы она не потухла, это самое как бы такое важное условие для пиротехника, потому что она должна постепенно вся заниматься, и в итоге очень красиво все это должно гореть, очень высоко и красиво. Значит, какие правила безопасности? Во-первых, в настоящее время постановлением администрации города выход на лед запрещен. Соответствующие аншлаги установлены. Во время проведения всего празднования будет патрулироваться река сотрудниками полиции, ГИМС, аварийно-спасательной службы, МЧС. И второй момент. На правом берегу будет обозначено опасные места сигнальной лентой. Работники коммунальных служб сделают все возможное, чтобы предотвратить происшествие, но берег скользкий, поэтому просьба горожанам не пересекать сигнальную ленту, смотреть на аншлаги. Третий момент. Значит, масленица будет установлена во время сжигания, будут перекрыты от улицы Воронцовой до улицы Рубцова движение и доступ граждан. Также будут стоять обозначены места сигнальными лентами, леерным ограждением, поэтому обращайте внимание и заранее спланируйте свой поход на праздник.